Всемирный день волонтеров, который отмечался 5 декабря, в Ульяновске отпраздновали проведением форума «Наше будущее». Его участниками стали авторы благотворительных проектов, руководители благотворительных организаций, ну и, конечно же, сами волонтеры. В нашем любимом дворце молодежи сейчас развернута большая выставка, где каждый волонтерский отряд или той или иной некоммерческая организация, которая занимается этим вопросом, представляет свой проект, рассказывает о своих плюсах, о своей работе. На первом этаже Дворца творчества детей и молодежи развернулась целая ярмарка проектов. Свои творения представили некоммерческие общественные объединения. Тематики разнообразны, от медицины до образования и краеведения. Например, небезызвестное движение «Волонтеры Победы». Ребята помогают ветеранам Великой Отечественной войны и проводят различные тематические мероприятия. Мы занимаемся различными направлениями деятельности. У нас есть сопровождение ветеранов, мы помогаем им в быту, помогаем им убираться, готовить, разговариваем с ними, общаемся. В быту просто приходим к ним домой и улыбаемся этим людям, которые реально сражались за нас, чтобы мы сейчас с вами жили и находились в этой стране свободными. Волонтерское движение стремительно развивается в нашем регионе. Только в этом году область вошла в десятку субъектов Российской Федерации, где будет внедряться пока еще пилотный стандарт развития добровольчества. Первым шагом стало подписание паспорта проекта «Десятилетие доброты». Вчера Сергеем Ивановичем Морозовым был подписан указ, региональный указ, о некоторых мерах поддержки добровольческой деятельности на территории Ульяновской области, а также он подписал паспорт приоритетного проекта «Десятилетие доброты». В целом, «Десятилетие доброты» – это тот проект, который будет направлен на развитие как благотворительной деятельности, так и волонтерской. Преобразование дадут зеленый свет волонтерскому движению. Число волонтерских организаций за 10 лет должно увеличиться с 50 до 1000, а объем пожертвований – до 3 миллиардов рублей. Виктория Шикова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.